Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Поскольку Энгин Акурик участвовал в нашей программе «Неделя бренда» в Стамбуле в прошлом году, он также примет участие в недельных празднованиях в этом году. В этом году бренд в Стамбуле отметит свое десятилетие дома. Неделя брендов, посвященная десятилетию Стамбула, снова соберет представителей креативного сектора и представителей креативного сектора. Мир бренда и Zaurlu PSM выйдут на сцену в Engine Kairek 10 ноября с темой «Время начинать заново». С другой стороны, большое предложение из Катара в Тубабаюк Шичун предлагало добавить 500 тысяч человек. Турецкая красавица, которая имеет много поклонников в арабском мире, имеет большую базу поклонников в арабских странах, и поэтому она также участвует в мероприятиях чемпионата мира по футболу, которые состоятся с 21 ноября по 21 декабря 2022 года. Было предложено 500 тысяч, то есть около 9 миллионов лир. Хотя Тубабаюк Шичун была в Стамбуле на прошлой неделе, сейчас она находится в Париже и в следующем месяце отправится в Катар, если согласится. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.